эффективные и безопасные методы лазерной коррекции близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Фемто-ласик – это самый прогрессивный метод лазерной коррекции зрения. Для выполнения коррекции по этой методике не применяются механические режущие инструменты. Процедура выполняется при помощи двух лазеров – фемтосекундного и эксимерного. Фемтосекундный лазер посылает импульсы в слои роговицы, образуя микропузырьки. Микропузырьки располагаются по соседству, сливаясь в единое целое и формируя плоскость расслоения. После окончания работы фемтосекундного лазера офтальмохирург отгибает бесконтактно сформированный лоскут и проводит непосредственно коррекцию эксимерным лазером, придавая роговице новую форму и тем самым изменяя силу ее преломления. Использование фемтосекундного лазера для формирования лоскута позволяет получить идеально гладкую поверхность границы расслоения роговичной ткани без механического воздействия на роговицу. Это значительно сокращает период реабилитации и обеспечивает высокую контрастную чувствительность и хорошие зрительные функции при низкой освещенности. Роговичный лоскут формируется по индивидуально заданным параметрам глаза каждого пациента, чего невозможно добиться механическим инструментом. Современная офтальмохирургия располагает разными методами лазерной коррекции. Какой метод подходит именно вам, сможет сказать только врач после полной диагностики зрительной системы.